Афанасий Фет. Бабочка. Афанасий Афанасьевич Фет. Русский поэт-лирик XIX века, переводчик, автор мемуаров. Его считают первым русским поэтом-импрессионистом, поэтом чистого искусства, безоглядно отдающимся своему впечатлению, эмоциям. Недаром Бальмонт заметил, что поэзия Фета – это сама природа, зеркально глядящая через человеческую душу. Афанасий Фет ставит совершенную красоту и мудрость природы в пример как идеал, к которому душой необходимо стремиться. Мир в его стихах предстает таким, каким поэт воспринимает его в каждое запечатленное мгновение. Стихотворение «Бабочка» Афанасий Фет написал в 1884 году. Бабочка словно ведет диалог с неизвестным героем, отвечая на его вопросы и предвосхищая некоторые из них. Чередование длинных и коротких строчек напоминает движение крыльев бабочки. Читатель может ощутить эффект легкости, порхания, невесомости. Так в небольшом по объему стихотворении поэт передает целую гамму чувств и восхищение красотой и осознание хрупкости бытия, скоротечности момента и любовь к жизни. Афанасий Фет. Бабочка. Ты прав, одним воздушным очертаньем я так мила. Весь бархат мой с его живым миганьем лишь два крыла. Не спрашивай, откуда появилась, куда спешу. Здесь на цветок я легкий опустилась, и вот дышу. Надолго ли? Без цели, без усилия дышать хочу. Вот-вот, сейчас, сверкнув, раскину крылья и улечу.